На 22 тысячи джикоинов. Open case. 160 кейсов. Давай, пистем. Нормально. Ну, руби. Делаешь, Костя, этому делаешь. Ни одного золотого. Ну, все как ожидалось, ни одного золотого. А подожди еще. Открываешь два золотых. Как ожидалось, опять ни одного золотого. О, я сказал два золотых. Тут два. Вот одна МК есть уже. Ну что, будет топовая? Не будет. Калаш? Калаш? Кайф? Ну такое. Вот. О. Опа. Ништяк. Плюс три чертежика. Хорошо. И 800 полимеров, блин. Как бы. Ну да. Золотых вообще не цепит. Ну да, что-то маловато. О. О, о! Еще одна. Это радует. Но это уже неплохо. Да, это уже неплохо. Чё мне плакать хочется? Ну, третью. Ну, чертеж. Хорошо. За чертежами охотишься. 7 чертежей уже, да, плюс? Получается. 1600 да. Полимеров вообще-то. Угу. Чуть-чуть не та. Угу. Ну, 40 ящиков осталось. Смотри, на последние 10 еще МК выпадет. My predict. Не, последних никогда не выпадает. 20 ящиков. Вот тут выпадет. Калаш. Калаш выпадет, блин. Ну все, ну, получается, все. Хорош. Ну да. 22 тысячи потратил, блин. Че и чертежи джикоинов. Купить потом на эти... На улиточки. Угу.